прекрасный музыкант, певец Владимир Гомин. Мой хороший, может быть, что-нибудь подаришь женщинам? Я его склоняю, чтобы он здесь тоже сольные концерты работал. Оставляю сцену вот такому брутальному, такому красавцу. Игорек, прежде всего хочу поблагодарить тебя за твой чудесный концерт. Ну и, естественно, концерт чему был посвящен? Вот этой прекрасной половине человечества. Женщина, от всей души хочу поздравить вас, пожелать здоровья, любви, гармонии, душевного комфорта, комфорта и плотного такого стабильного стержня уверенности в себе и толерантности к негативу, который нас окружает, к сожалению, в последнее время. Вот. И хочу подарить вам как раз вот несколько песенок. Они все для женщин. Одна из последних моих песен «Просто любовь». Прямо в глаза не брось и никогда не...
Спасибо. Спасибо.